долго обкачивается, так сложно, не взломая этот пароль, вам достаточно знать одно стихотворение. То есть вы наберете его на латинице, будет очень-очень-очень сложно, с запятыми, с какими-то непонятными символами, и вполне достаточно. Поэтому выучите любое стихотворение, используйте по строкам на каждый случай жизни. Часто некоммерческие организации работают в довольно сложной сфере, они занимаются решением общественных проблем. И в этом деле у них есть как сторонники, так и противники. И было бы хорошо, мы сегодня ставили вопрос, чтобы само правительство было инициатором организации таких форумов, не только здесь, в Бишкеке, но и на местах в регионе. Об этом мы сегодня ставили вопрос также перед правительством. Себе, во-первых, да, из-за потери.